Глава Минздрава Дагестана сделал прививку от COVID-19. Вакцинация проходила в Республиканском центре инфекционных болезней. Джамалудин Гаджи Ибрагимов рассказал о своих ощущениях после иммунизации. По его словам, самочувствие хорошее. Не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений. Ну, как видите, чувствую себя прекрасно. Уже вот почти 2 часа. Прошло после того, как я вакцинировался. Чувствую себя прекрасно. Министр также отметил, что вакцинация – дело добровольное, и пообещал дальше информировать о состоянии своего здоровья и реакции организма на прививку. Напомним, Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В Дагестан первая партия медикаментов поступила в середине сентября.